Видео предоставлено сайтом onlinegdz.net, номер 728, алгебра Макарычев, 7 класс. Докажите, что если целые числа А и Б при делении на 3 дают различные остатки, отличные от нуля, то число АБ плюс 1 делится на 3. Итак, по условию у нас число А это 3М плюс 1. Число B 3n плюс 2. Это означает, что А и Б числа, которые при делении на 3 дают остаток 1 и 2. Ну или 1 или 2, потому что остаток должен быть меньше, чем делимое, то есть меньше, чем 3. Теперь рассмотрим наше выражение А на Б. А на Б. 3m плюс 1, 3n плюс 2. Получаем 9mn плюс 6m плюс 3n плюс 2. То есть мы рассмотрели произведение наших чисел, которые в остатке дают 1 и 2. Ну и плюс 1 получаем 9mn плюс 6m плюс 3m плюс 3. Каждая из слагаемых делится на 3. 3 как общий множитель можно вынести, а мы знаем, что произведение делится на 3, поскольку один из множителей делится на 3. Значит, у нас число АВ плюс 1 делится на 3. Больше видео. Подписывайтесь на наш канал на YouTube.